Братья и сестры, все, кто хотел участвовать в чаше, участвовали? Слава Богу. Я вас всех поздравляю с участием в хлебопреломлении, вспоминании страданий нашего Иисуса Христа. Мы совершим все вместе молитву «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Родители, пожалуйста, потрудитесь своих детей, подростков, которые...
собрание, на богослужение, если они не понимают по-русски, по крайней мере, может быть, они что-то поймут и услышат о Господе на английском языке. Помолимся. Боже милостивый, мы благодарны Тебе за это чудное богослужение. Когда Ты позволил нам прикоснуться к святыне, Господи, Ты напоминал нам об очищении, об исповедании. Господи, Ты напоминал нам о Твоей великой Голгофской жертве. А сейчас мы пойдем по домам нашим, мы пойдем в этот мир. Господи, помоги нам, чтобы мы взяли частичку этого Голгофского креста с собой, для того, чтобы, когда мы будем встречаться с людьми, которые окружают нас, чтобы мы могли рассказать им о Тебе, рассказать им об этой жертве, рассказать им, почему Ты пострадал. Господи, какая жизнь людей тех, которые никогда не примут Иисуса Христа. Боже мой, я прошу Тебя, помоги нам быть свидетелями Твоего святого спасения, которое Ты даровал каждому из нас даром бесплатно. Благослови нас, когда мы пойдем в дома наши, благослови, Господь, наши работы, благослови учебу, благослови, Господи, тех, кто не мог быть в собрании по разным обстоятельствам, благослови тех, кто болеет физически и духовно. Господи, мы все приносим к Тебе на руках молитвы. Благодарим Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим.